Uncle Grandpa Obi. Привет, друзья! Мы пройдем сейчас Uncle Grandpa книжная, книжный Оби, чтобы найти Маркуса, мальчика классного. Name, please. Name. What your name? Маркус его зовут. Маркус. What your name? Маркус, ну сколько тебе рассказывать? Ой, что с тобой? Пердибай. Я соседа увидел. Сосед за мной гонится. А, ужас. Какие красные глаза у тебя. Быстрее отправляемся в путь. Надо найти Маркуса. Быстрее предупредить, что рядом бродит сосед. Так, ну давай. Какие лужи, Тимай, ты что? Это нейборы, соседы тут бегают, всякие артемки. О, зимой дождик, да, до свидания, Леопольд. И винди 31 звало усатое мутанько. Какая картошка зимой, ты о чем? Он звал усатое муданько. Да? Сосед будет усатое муданько. Усатое муданько гонится за Маркусом. Надо его предупредить. Ну где же Маркус? Чего ты смеешься? Усатый гонится за нами, а ты смеешься? Осень. Autumn. Какая осень? Ты застрял во времени, что ли? Лето. Summer. Да, еще и лето. Свинья, что с тобой? Шерф. О. Да, свинья вообще уже. О, привет, розовый. Ты видел Маркуса? Привет. Я Лунтик. Ну да, ты Лунтик. Давай быстрее говори, где Маркуса найти. А то усатый сосед Лунтик гонится. Мне кажется, дружба не зависит от цвета самолетика. Мне некогда дружить. Нет времени дружить. Пока так похожи на пушистые перышки. Интересно, они такие же мягкие? Не, Лунтик, с тобою кашу не сваришь. Не решить. Неправильно делать другому больно. Вот так, понял? Это плохое, что можно сделать. Понял, Лунтик? О, привет! Где Лунтик? Где мой поросеночек? Какой поросеночек? Сама ты свинья! Не хочу! Не буду! Не буду обманывать ребятишек! Давай быстро говори, где Маркус? И пока этот усатый нас не догнал, Артемка. Хорошо бродить по свету. Не нужна мне твоя карамелька! Сам жри свою карамельку! Заяц! Достал ты меня уже, заяц! Сколько можно издеваться? Ну все, достал ты меня. Пока, заяц! Говорят, мы бяки-буки. Это не мы бяки-буки. Это Hello Neighbor, бяка-бука. И гонится за нами. Я же говорил, сходи к логопеду, принцесса. Ни хрена не понимаю, что ты там поешь. О, Барбоскины, спасайте, спасайте. Все у нас получится. Да, спасибо, мама. Так, где у нас мальчик, где наш крутой мальчик? Ух ты, бух ты, какой большой. Да, он большой. Это я настоящий парень. Да, и он настоящий парень. Да, вот-вот говорю я, потому и спрашиваю, ну где тут Маркус? Ромашка! Какие ромашки? О чем вы тут? Все, Барбоскины, достали вы меня! Почему еще не спим? Ночь на дворе. А ну-ка, марш в кровать! Спать пора, поняли? Спать! О, Золушка, привет! Красавица, расскажи, где Маркус? Куда же ты? Золушка, куда же ты? Золушка, постой! Ах, бедный! Золушка убежала! Эй, вы, кот собаки, видели Маркуса? Я не петух спрашивал, я...
Что? Спать иди, все! Я Лунтик. О, Лунтик. Ночь во дворе, чё ты тут кукарекаешь? Утром проснешься и кукарекай, сколько влезет тебе кукарекал. Чё вам не нравится, кукареканье? Кому не понравилось кукареканье? Тебя, Лунфунчик? Ха-ха-ха! Тебя, Лунтик? Ха-ха-ха! Будешь знать, как моего крутого брата обзывать. Что? Какие зайчики? Ночь во дворе, Маша? Никаких игр, спать уже давно пора. Все, пошла спать. И не храпеть. Маша, не храпеть. Ой. Без паники. Сейчас починим Машу, она не будет больше храпеть, так. Да, я молодец, я все сделал. А Маркуса ты видел? Ну, спроси у Молнии Маквина. Классно. Да, ну давай спросим. Спасибо, Нолик, тебе. О, тебя живот и огурчит. Привет, Молния. Качау! Куда же ты, Молния? Куда же ты, Молния? Извини, браток, я соседушку на... Усатого соседушку увидел. Бегу я от него. Мне страшно. Я весь побелел от страха. Так, я забыл, кого мы ищем. Маркуса мы ищем. Маркуса. Мы ищем Маркуса в Uncle Grandpa Obi. В книжном Обике, понял? Ой, ну трудно, ну постараюсь понять. О, Маркус, привет! Эм, мамонтенок! Опять мамонтенок! Мама! Мамонтенок, достал ты уже! Ша! Шерхан! А, тигр! Там тигр! Не нажимаю! Эф, фея! Фея, скажи, где Маркус? Маркусу Чагинтонов спроси! Спасибо, фея! Привет, Чагинтоны. Мне сказали, вы знаете, где Маркус. Чагинтоны! А ну-ка, говорит со мной! Ну, Чагинтоны, ну погодите! А ну-ка, марш в депо спать! О. Кто там орёт? Спасите, спасите нас! А вы Маркуса видели? Нет, не видели! Тогда мы тебя не спасем. Никто вас не спасет. Ой. Ой, кто так смеется? Если только вот кот в сапогах, может быть, он спасет вас. Ну, кот, спасешь? Хватит мурлыкать. Расскажи, где Маркус? Чего-чего? Чего ты сказал? Какой я вафа-вафа? Тебя разговаривать кто вообще учил? О, это не кот, это тигр! Это тигр оказался! О. Причем тут волки? Какой лес? Ночь во дворе! Не может Маркус в лесу быть ночью! Уху. А где же марш Маркус? Почему еще не спим? Ночь на дворе. А ну-ка, марш в кровать. А, значит, он сидит за столом пока, да? Спасибо, папа Марго... Бочкин. Так это же не Маркус! Это Китай Бугага! Мы нашли Бугагу! А где же Маркус? Маркус, убегай! За тобой гонится
Соседушка, Артемушка усатый.